уже вечность тут сижу. Привет, Сэмми. Чем занимаешься? Мне нужна подработка на лето, но здесь нет ничего подходящего. Пробовал искать в интернете. Газеты — это уже прошлый век. Скорее. Посмотрим, что тут у нас. Фургончик-картошка от кошки ищет помощника слайма на неполный рабочий день. Идеально! Я слайм, хоть я и не умею готовить, но уверен, что это не проблема. Давай тогда позвоним им. Китти приезжает к фургону рано утром, потому что ей нужно подготовиться к новому дню. Впереди много работы. Сначала она наводит порядок вокруг фургона. Смотрите, друзья, Китти счастлива. Теперь давайте зайдем в фургон. Китти нужно очистить шерсть от пыли. Не-а, для этого лучше подойдет фен. Как настоящий шеф-повар, Китти должна быть чистой. А еще нужно не забывать о маске. О, какая красивая красная бабочка. Вот, пожалуйста, шеф. Привет, я вам звонил по поводу работы. Я так рад быть здесь. Давай наденем фартук. О, тебе идет. Ой, Сил, это фартук Китти. Хорошо, а вот и твой ученический фартук, Сэмми. Поскольку мы работаем с едой, наши руки всегда должны быть чистыми. Вот так. Теперь твоя очередь, Сэмми. Тебе тоже нужно избавиться от микробов. Щекотно! Ох, мятная свежесть! Теперь нужно подготовить рабочую поверхность для приготовления пищи. Конечно, она должна быть чистой. Мы не хотим, чтобы кто-то получил пищевое отравление или что-то в этом роде. А это что? Продукты? О, классно! Все такое свежее! Конечно, ни один фургон с едой для кошек не обходится без рыбы. Вау, выглядит аппетитно! А можно попробовать? Ни за что! Ты будешь мыть пол. О, ну ладно! Первые клиенты уже здесь, и кажется, они очень голодны. Этот рыжий котик обожает рыбу. Ему мы предложим рыбный пирог. Сначала замесим тесто. Дальше идет начинка из рыбы и снова тесто. В этом заказе два пирога, поэтому мы просто повторим процедуру. Отлично! Теперь немного подождем. Чеддер, меня раздери! Как вкусно пахнет! Уже готово? Посмотрим. Да, отлично. Теперь нам нужно положить рыбные пироги в специальный пакет. Вперед! И второй пирог. Выглядит очень аппетитно. Сэмми, можешь отдать это клиенту? Конечно! С вас 1000 биткоинов, сэр! Карта или наличные? Что? Я могу оставить сдачу? Спасибо! Хорошего дня! Привет! Чем я могу помочь? Хотите что-то овощное? Без проблем! Скоро будет готово! Сначала тесто! И немного зелени! Ох, мне бы сейчас такой пирог! О, чуть не забыла приготовить второй пирог. Отлично, еще пара минут, и заказ будет готов. Наши овощные пироги такие хрустящие и свежие. Это потому, что их готовит лучший повар в мире. У меня текут слюнки, но это для клиента. Вот, пожалуйста. Спасибо за ваш заказ. С вас 1000000 биткоинов. Что? Но в меню написано, что пирог стоит 1000. Сэм, хватит. Это не смешно. Ой. Простите, сэр. С вас 1000 биткоинов. А я хочу заказать блюдо дня. Сию минуту. Сегодня это мясные пироги. И тесто делается по семейному рецепту. Отлично, пироги готовы. Вот один. А вот и второй. О, не хочет влезать. Спасибо за визит и до скорой встречи. Не забудьте рассказать своим друзьям о нашем фургончике. Ура! Все получили свои рыбные пироги. Я так счастлив! Ты сегодня отлично справился, Сэмми, и заслужил колпак шеф-повара. Теперь я могу открыть свой собственный фургончик.
Я сделала тофью, у меня получилось! Теперь я настоящий повар! Поздравляю, Сэмми! Теперь давай покажем всем, как смастерить такую поделку. Во-первых, убедитесь, что у вас достаточно фетра. Из него получаются самые красивые котики. Это будет голова Китти. Теперь я возьму коричневый фетр, чтобы сделать пятна на ее шерсти. Поехали! Уши на месте. Но, конечно, это еще не все. Нужно работать дальше. Ах, обожаю рукоделие. Не так-то просто запечатлеть дружелюбность на лице начальника. Но у меня получилось! Ну, я тоже знаю парочку фокусов. Я ускорюсь. Главное не уколоть пальцы, когда работаете с иглой, друзья. Так что будьте осторожны. Чтобы Китти могла двигаться, добавим пластиковые держатели. Я сделала очень важную деталь для фургончика. Держи, Сью! О, правда? Интересно, что это? Ого, вау! Это очень полезно. Главное, чтобы эта деталь надежно держалась. Отлично! Теперь мы можем завернуть это и продолжить работать. Сэмми, что ты делаешь? Вот, шеф-повар любит чистоту, правильно? Ох, я устал. Тогда отдохни, а я займусь интерьером нашего фургона. Этот планер поможет Китти подготовиться к рабочему дню. Шеф-повар появится здесь в любую минуту. Кстати, друзья, пока я занята, можете подписаться на наш канал. Уверена, что вы найдете там много интересных видео и вдохновения для поделок. Фартук шеф-повара получился просто идеальным! Какой ты скромный! Я тоже сделала парочку аксессуаров. В фургоне Китти должно быть много всяких предметов для уборки. Ваш колпак, шеф-повар. Вы потрясающе выглядите. Теперь приступим к рабочей поверхности. Тут мы будем готовить нашу еду. Кстати, Сэмми, какая твоя любимая начинка? Они все вкусные. Я не могу выбрать какую-то одну. Сэмми, ты действительно пробовал их. Что? Я знаю, что они не настоящие, но я ни о чем не жалею. Ох, Сэмми, Сэмми, это для клиентов. О, я чуть не забыла о третьем виде начинки. Вот она. Что дальше? Для рабочей поверхности нам тоже понадобится средство для уборки. И, конечно, щетка. Я быстро ее сделаю. Я просто прикреплю это к ручке, и все готово. Отлично. Эй, подвинься. Мне нужно поставить сюда чайник. Теперь расставим то, что осталось, и эта часть готова. Сью, я готов продолжать. На этой странице наш фургончик с едой будет уже открыт и готов обслуживать клиентов. Нужно обязательно его украсить. Я выбрала милые облака. Потому что на улице такая хорошая погода. Наш первый клиент – рыжий кот. Любитель рыбных пирогов, помнишь? Да, у него такая смешная мордочка. А это поможет ему сделать заказ. Ты прав, Сэмми. Эта часть идет сюда. Этот клиент постоянно приходит в фургончик картошка от кошки. Он сам мне это сказал, честно. О, нет, я шучу. И вот последний кот-посетитель. Так, этот клиент вегетарианец, а парень рядом с ним просто обожает мясо. Но без денег они не смогут сделать заказ, верно?
Хорошо, первым ингредиентом для наших пирогов будет тесто. Давай сделаем его из желтого фетра. Наше тесто очень жидкое, поэтому оно будет в чайнике. Я сделаю тесто в двух чайниках, чтобы его всем хватило. А вот и форма для пирогов в форме рыбы. Я сам их сделал. Спасибо. Это выглядит очень забавно. Но самое главное, у нас большой выбор начинок. Мы сможем осчастливить каждого клиента. А какой пирог хотелось бы вам попробовать? Наконец, чтобы наши клиенты не испачкали руки, мы сделаем специальные пакетики. Какая милая рыбка! И сюда можно класть пироги. Скорее бы их попробовать. Вот так. И теперь щелк! А вот тут, на лавочке, можно посидеть и съесть свой заказ. Разве это не здорово? О, я бы так хотела выйти на улицу, купить что-нибудь и съесть это в парке. Тогда чего же мы ждем? Идем! Эй, ребята, я иду, подвиньтесь, пожалуйста. А можно и мне взять пирог? Я трудился весь день. Спасибо. Эй, стажер, нужно сделать еще одну партию теста. Обеденный перерыв закончился. Что? Еще? Ты шутишь? Спасибо, что были сегодня с нами, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки и пока. До скорой встречи! Мы вас любим!